Козлы. Что? Всем привет! Сегодня со своей подругой Сашей, и мы будем снимать для вас тег «Лучшие друзья». Этим вопросом примерно 6 лет, так что некоторые из них могут просто не иметь смысла. Но давайте начнем. Первый вопрос. Как и где мы познакомились? Мы познакомились в школе в 8 классе и учились 2 года вместе. Во второй вопрос. Какое лучшее воспоминание вместе? Давай на счет 3. 1, 2, 3. Балтика! Можно расшифровать. Это была зимняя поездка на базу отдыха с классом, но мы с Машей заперлись в нашем номере и ели крекеры, смотрели фильмы. И не выходили на улицу. Да. Как два изгоя просто. Третий вопрос. Опишите друг друга одним словом. Талантливая! Помнишь, я называла тебя girly girl? Девчачья девочка. Да. Ну, по-русски это надо передать. Ну да. Ладно, Саше не нравится четвертый вопрос, пятый вопрос. Любимый бренд косметики? Давай тоже пропустим. Шестой вопрос. Что раздражает тебя в другом человеке? Что меня раздражает в Саше? А ты воровала мои ручки. Седьмой. Если бы мы могли поехать вдвоем куда угодно, куда бы мы поехали и почему? Мне кажется, мы поехали в какое-нибудь снежное место, куда-нибудь в горы, где есть что-то. Мне обидно было сидеть дома. Да. Какое-нибудь место, как это, лачуга, где есть камин, 2 кресла, 2 кошки и много еды. И много фильмов. И прожили бы там до конца дней. Восьмой. Любимая внутренняя шутка, не знаю, inside joke. Любимая какая-то общая шутка. Да, совместная, которую только вы понимаете и считаете смешной. Нет. У нас много маленьких фразочек, которые мы говорим друг другу, но у нас есть одна шутка, которую никто не может понять. Да. Когда? Я пыталась это на других. Когда мы, допустим, 1,5 часа сидим вместе в пиццерии, и потом кто-то из нас уходит в дамскую комнату и возвращается. И так... Саша? Маша? Вот такая вот шутка. Девятый вопрос. Кто дольше собирается по утрам? Десятый. Любимый сезон. Осень. Да. Осень. У меня? Ну, у меня осень. У меня лето. Я не люблю жару. Я очень сильно не люблю лето, особенно в Петербурге. Мне кажется, что от жары невозможно спрятаться. Если тебе холодно, то ты можешь куда-то зайти или одеть на себя больше одежды, но ты не можешь снять, если ты и так уже, скажем, майки и шорты, ты не можешь снять больше, и тебе некуда спрятаться. 11-я любимая песня. У нас 2 песни, хотя, мне кажется, даже больше. Одна из них, ну, я имею в виду вдвоем. В 8 классе была одна песня, мы под нее ходили. Под эту песню мы ходили в наши школьные годы по коридорам. Ну и также наша любимая — это Taylor, You Belong With Me. 12. Каково это иметь друга, который поддержим Ютубом? Пока я не очень это поняла, но я думаю, что на Машу плохо это не повлияет. 13. Каблуки или балетки? Балетки. Балетки. 14. Брюки или платье? Платье. Платье. Да? 15. Любимое животное? Котята! 16. Если бы твой дом горел, и вся твоя семья была в порядке, и ты могла бы взять одну вещь, чтобы это была за вещь? Кошка — это тоже семья.
Блин, я бы взяла... Хоть мне... Ноутбук. Ноутбук. Телефон лежит у меня в кармане, да? При этом? Да, телефон, телефон, паспорт, деньги лежат в кармане. Да, я бы, наверное, взяла ноутбук. Ну, я, наверное, тоже. 17-я комедия, ужас или романтическая комедия? Ромком. Зависит от настроения. Ты когда-нибудь ужасы? Ужасы я никогда не смотрю. Да, я люблю ужасы. Я ужасно их боюсь. Но когда мы с Сашей, мне кажется, мы просто смотрим больше романтические комедии. 18-й. BlackBerry или iPhone? Это очень старый тег, тогда этот вопрос был актуален. Но сейчас, думаю, это скорее iPhone 5C или iPhone. Ладно. iPhone. Любимый фильм? Давай еще три. Подожди, у нас их два, а совершенно ну, давай такой. Посмотрим, какой мы выберем. Ладно, раз, два, три. Оторва! Второй. Раз, два, три. Дрянные девчонки! 20-й. Есть ли что-нибудь странное, что вы едите? Я ем, что люди считают странным. Это тостовый хлеб, масло, сыр и джем. И... Да, странновато. Ну вот ты. А я люблю блины с сыром и со сгущенкой. Да, это странный человек. 21. Есть ли у вас одинаковые вещи? О, да. Причем мы их приобретали вообще независимо. Да, 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 да. У нас потом обнаружили. Да, в 8 классе и вот 9 у нас были, мы покупали себе специально одинаковые вещи. Это были полосатые кофты с свитерами Микки Маус. Обычно это так просто смотришь на очередную фотографию в твоей одежде. О, куртки! Опять это произошло. Куртка! Да. И 22-й вопрос, любимый сериал. Клиника. Если говорить об общих, потому что Саша, я пыталась ее подсадить на Дневники вампира, ей это не нравится. Друзья, Клиника, Отчаянные домохозяйки, Сплетница. Секс в большом городе. Секс в большом городе. Да, и также, поскольку нам некоторые вопросы не понравились, мы решили добавить свои. 23-й вопрос. Первое впечатление о себе. Ой. Первое впечатление о друг о друге. Давай расскажи первое впечатление обо мне. Два раза в год в нашей школе проводился турслёт. И на первом из них, когда мы с Машей еще даже не успели познакомиться, Саша тащила тяжеленный рюкзак с вещами. Вся школа тащила тяжеленные рюкзаки. Там Машенька шла, и ее рюкзак несли старшеклассники. Да. Ну, в моем оправдании, мой рюкзак стащили одноклассники, и я, чтобы не бегать за одноклассниками, потому что я взрослая девушка, 14 лет, да. Я просто пошла себе без рюкзака, как, ну вот. И я думаю, первое впечатление очень многих обо мне было не слишком приятное. Да. Мое первое впечатление о Саше, как только я ее увидела на линейке, когда еще никто не был знаком, я поняла, что я хочу с ней дружить. Я не знаю, как-то по внешнему виду я сразу как-то вижу человека, да, но я к ней так и не подошла. Но все равно все хорошо. На химии я 2 года сидела. Да. И с тобой. Да, почему-то. Ну вот. И давай добавим 24-й. Есть ли у тебя тип? Тип? Ну, парней. Я люблю высоких брюнетов, которые не худые, которые не перекачанные. Я люблю рыжих. Даже, ну, это правда, это... Даже если я не знаю, что они рыжие, я их люблю. Например, я не знала, что Бенедикт Камбербэтч рыжий, я не знала, что Фассбендер рыжий. Даже был один мальчик, которого я впервые видела в черно-белой фотографии, я его тут же полюбила, а потом, когда выяснилось, что он рыжий, я поняла, почему. То есть меня внутренне тянет к рыжим. Вот. Мы надеемся, что вам понравилось это видео, и я вам оставлю все вопросы внизу, если вы захотите сделать этот тег со своей подругой или другом. И увидимся очень скоро. Пока!